Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Демонстрація потенціалу і магчимостей у Гомелі пройшов 16-й економічний форум. Вясна у Гомелі – масштабная міжнародная выстава протягує свою работу. Гомельчане на п'єдесталі. Завершилися республіканские спаборництвы по гандболе «Імклівий мяч». А зараз об гэтым и іншым больш подробязна. У Гомелі пройшов 16-й економічний форум. Організатори пропонували для розгляду каля 160 інвестпроектів. А проча того, для реалізації ініціатив удельники форуму можуть набити 200 земельних участків і 120 об'єктів нерухомості. Олег Сінцюров об головній економічній події года. 16-й економічний форум – це 28 країн-удельниць разом з Росією, Україною, Китаєм, які приїжджають у Гомель не упершиню. Сьогодні та пропоновами організаторів зацікавіліся ділові коли з Румунії, Пакистана, Катара. По великому рахунку, це ще один крок на шляху до взаємовигідного партнерства. Об ефективності Гомельського форуму можна міркувати по такій лічбі. За час його проведення підписано більше 100 погоднень з загальним об'ємом інвестицій у 2 мільярда доларів. Серед реалізованого 4 парка сонячних батарей, буйна меблева витворчість, заводи по випуску промислового обслуживания. Организаторы форума подкресливают, Гомельская область открытая для любых деловых контактов у якости подтверждения сотрудничества с индийскими фармацевтическими фирмами. 2 месяца назад я посетила Гомельский регион, встречалась с председателем региона и обсуждалась возможность выдачи свободного пространства. И как только индийский бизнес поймет, что здесь все открыто, все возможно, они сюда придут. И что касается сроков, здесь нет никаких сроков, потому что это все частный бизнес, не государственная организация. Плюс в Гомельской области сбалансованная экономика. Только у агропромысловых комплексов за последние 8 годов укладено больше 2 миллиарда долларов. Сюда же можно додать великий промысловый потенциал. Именно на этот сектор звертают увагу представники Вьетнама, которые кажут об ожидании активизовать двухбоковое сотрудничество и навык называют конкретные накерунки. У нас есть сельскохозяйственные продукции, доставляются в Республике Беларусь. А в Республике Беларусь это доставляют в Вьетнам это промышленные и техники, и сельскохозяйственные техники в Вьетнаме. Это вот взаимовыгодно между Вьетнамом и Республикой Беларусь. Важный этап пленарного посещения Гомельского экономического форума – подписание погоднений и протоколов об намерах. Организация вытворчества гидроаппаратуры на территории свободной экономической зоны Гомель-Ратон с объемом инвестиций 1 миллион долларов, будовництво сервисного центра по обслуживанию грузовых автомобилей у Гомеля – 1,5 миллиона долларов. Такую же сумму меркуется у классе утворения вытворчества по дорогозной перепроцовке полимерных материалов у Будокошалевском районе. Еще один протокол на 26 миллионов об створении высокотехнологичной древоопроцовки и Все ориентировано на экспорт. Будем производить значительно пиломатериалы и с этого уже дальше будем потом глубже перерабатывать. В принципе, если сотрудничество есть и скажем, обе стороны хотят, тогда все получается. А проча того, удельникам 16-го Гомельского экономического форума пропонуется шерох проектов у сферы распросовки родовищев корыстых выкопнев. У этом списке 4 участки для пошуку и добычи нафты и несколько родовищев будовничных материалов. Непосредственно подчас работы форума подписывается протокол об намерах по будовництву у Житкинском районе горно-обогащального комбината по добыче и перепросовке каолина. Это специальная глина для вытворчества фарфору и керамики. Основные из пожеланий представлены и в нашем инвестиционном каталоге, это все-таки освоение природных ресурсов, которыми богата наша Припятская Полесь. Это и каолины, и бентонитовые глины, то есть все то, что можно, из чего можно строить, развивать. Вот на это надеемся, что наша Припятская Полесье должно выстрелить уже по итогам этого года. А так нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то это металлообработка или медицина, потому что создаются, вкладываются не только инвестиции, но вкладываются новые компетенции, создаются новые рабочие места. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Ад стварэння новых вытворчасцяў да адкрыцця турыстычных маршрутаў інвестыцыйныя праекты патэнцыяльным партнёрам прадставілі падчас работы тэматычных секцый. Дзве з іх наведалі нашы карэспандэнты.
У минулому році у агропромисловий комплекс в області притягнуто амаль 5 мільйонів доларів прямих заміжних інвестицій. Виникам роботи відповідної секції Гомельського економічного форуму стануть нові укладання у розвитку цієї галини у нашому регіоні. Представників більше з 10 країн світу ознайомили з інвестпроектами, які тичаться відкриття нових і розвитку існуючих витворчостей. Я ще одним виником роботи секції стане підписання трьох протоколів об намірах. Один з їх тичаться поставок у Об'єднані Арабські Емірати продукції малокоперопрацьовуючих підприємств регіону. Ціна питання каля 2 мільйонів євро. Я ще один проект тичиться створення нової витворчості. Тут партнери – німці. Интересный проект, скажем так, с представителями Германии. Это протокол о намерениях о развитии продукции, которая используется в переработке. Это сосковая резина для доения на молочно-товарных фермах. Это хороший проект, амбициозный, который, в принципе, может закрыть все потребности не только Беларуси, а и ближних и дальних стран зарубежья. Самой массовой стала секция туризма. Тут потенциальным инвесторам пропоновали шмат проектов. От будовництва ледовой арени у Мазирі, створення парка атракціонів у Жлобіні та відкриття нових туристичних маршрутів. До речі, з такою ініціативою виступили «Білоруснафта» і громадське об'єднання «Велогомель». Під час роботи секції огучили тільки невелику частку того, що підрихтували для потенціальних інвесторів. Остатнє – у роздаточному матеріалі. До речі, проєкти вельми різностайні, так що кожен інвестор може знайти собі пропонову по густу і інтересах. Наша секція навіть не тільки направлена на відкриття якогось бізнесу, або іменно производства. В том числе мы и на нашей секции презентуем новые туристические возможности и маршруты, как сегодня Велогомелем, общественным объединением. Они долго к этому шли и разработали с активной частью населения города Гомеля, с историками. Довольно-таки интересные туристические маршруты именно велосипедные. Это не в каждом городе можно сделать. Информацию, которую получили сегодня участники секции, а вы увидели и обратили внимание, что был диалог, были вопросы, была заинтересованность. Оно найдет отражение в дальнейшем росте экономическом нашего региона. Тільки посядженням робота секції не обмежується. Удільники особисто зможуть оцінити туристичний потенціал регіону під час ознайомленчої поїздки. Особливу увагу нададуть об'єктам агроекотуризму. Максим Савін, Олександр Лупіненко, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Работа 16-го Гомельского экономичного форума завершилась проведением круглого стола с уделом керовников официальных делегаций и представников дипломатичных миссий. Удельники так званой ВИП-секции обмерковали перспективы дальнейшего сотрудничества и подписали шерох документов. У залі урочистих прийомів Палаца Румянцевих і Паскевичів представники Росії, України, Арменії, Молдови, Польщі і Узбекистана. З усіми гэтымі країнами у Гомельській області добрі економічні контакти. Керівник представництва Нижегородської області у Білорусі Сергій Петров на форум приїжджає не упершиню. Причому гэта не протокольні візити. Зараз партнери імкнуться довести узаємний товарооборот до 1 мільярда доларів. Гомельський економічний форум сприяє реалізації гэтых планов у більш стіплі терміни. Кожен мой візит он доносит значимую часть, я за это могу ответить, в товарооборот между Республикой Беларусь и моей Нижегородской областью. В прошлом году это составило 945 миллионов долларов. Это мы строим атомную станцию, наш научно-исследовательский институт атомного проектирования. Мы плотно работаем с Гомсельмашем. У апошние годы Гомельская область стала пляцовкой для проведения международных встреч разного уровня. От форума регионов Беларуси и Украины до посяджения парламентских комиссий союзной державы. Только в минулом году регион наведали 73 делегации из 17 краин. У Гомельской области реализуется больше как 200 двухбоковых погоднений об супрацовництве. Теперь до их додались еще два документа. Меморандум об супрацовництве помеж Гомельской областью Беларуси и Ферганской Узбекистана, а так само Мазырским районом Гомельщины и Вулканежским районом автономного территориального утворения Гагаузия. Основная тема, конечно, которая сегодня нам Молдова интересна, это, конечно, фрукты, которых у нас недостаток. То, что касается у нас для Молдовы, это наш промышленный комплекс позволяет предоставить много, так скажем, машин. Это металлостроение наше, машиностроение и, конечно, продукты нефтепереработки. То есть я думаю, что у них есть шикарная программа по ремонту дорог и строительству дорог, поэтому реализация битума, естественно, будет интересна. Ну и, конечно, в сфере социальной.
Олег Сенцюров, Алина Василюк, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Масштабная международная выстава «Весна у Гомелі» проходит в областном центре. Сёлета яна была подпорядкована агульной концепции «Гомельская область – ваш партнер». Про то, что было самым цікавым для инвесторов, гостей, бизнесменов и горожан – сюжет Марины Джалы. До урочистого открытия 20-й международной выставы «Весна у Гомелі», которая разгорнулась на открытой и внутренней пляцовках Палаца легкой атлетики, мы прошлись по улице Ромесников. Работы самобытных творцев с древа, камня, глины и других природных материалов можно разглядать без конца. Мы участвуем на День города всего лишь один день, и люди не успевают. А вот когда это несколько дней, вот все-таки люди успевают пройтись, погулять. Даже вот вчера, в будний день, было очень много людей, а сегодня мы ждем еще больше людей. Вот идея очень хорошая. И такий натхненный настрой назирался у каждого удельника и наведывальника выставы. Але самый, бодай, эмоциональный для всех момент – переразание червоной стужки. С этого мгновения «Весна у Гомелі» урочисто уступила у свои правы. Вакол палаца – машинобудаўнічая техника и новинки серы легкового автопрому. Представлены нават электромобиль. До яго особливая цікавасць. А у гэты час унутры проходили презентации вытворчага потенциалу белорусских и замежных предприемств и компаний. Некоторые удельники на выставе не упершыню. Например, директор бранского приватного предприемства Галина Галактионова. Для ее махчимости, які открывая присутность на выставе, беспречные. Если, допустим, производитель заранее готовится к выставки, то, мне кажется, на выставках вообще можно достичь уже конкретных соглашений. То есть такие выставки нужны, они должны проводиться. Это очень, ну, положительно влияет на любой бизнес. Усе площі палаца занятыя по максимуму. С кожным годом расце не толькі колькасць удзельнікаў. Больш інфарматыўнымі і сучаснымі становяцца прэзентацыйныя стэнды. Тут жа праходзяць дзелавыя перамовы, завязваюцца перспектыўныя знаёмствы, адбываецца абмен важнай і ўзаемавыгаднай інфармацыяй. Партнёрскія адносіны на такіх выставах фарміруюцца хутка і без пасрэднікаў. Самая главная задача, которую мы ставім сабе вот здесь, на деловой площадке, это, конечно, организация большинства деловых встреч. Задача Гомельского отделения торгово-промышленной палаты – привлечение бизнеса. Это самая главная задача, и для этого мы делаем такое мероприятие. «Весна у Гомелі» будет открытая для наведывальников до конца тыдня. У палацы пройдут десятки цікавых мероприемств, различных как на бизнесменов, так и на всех горожан. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Цены на контроле. Профсоюзы протягивают мониторить кошт социально значных товаров у крамах региона. Даденные передадут специальному экспертному совету, які по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси створили у середине мая. У яго увайшли Белстат, Нацбанк, Министерство антимонопольного регулирования и профсоюзы. Информацию, отриманную от областных объединений профсоюзов, совет проанализует. При выявлении необоснованного роста цен, максима применения регулирования. У центра уваги 98 наименее товаров со споживецкого кошику. Акцент на продукты, которые насельництво набывает у крамах штодённо. В Гомельской области 21 район и город Гомель, значит, 22 человека проводят текущий мониторинг цен ежемесячно с 20 по 25 число. И моя задача найти по определенной товарной группе минимальную цену и вес, максимальную цену и вес. Затем рабочая группа Федерации профсоюзов это все обрабатывает и смотрит, как изменяются цены на социально значимые группы товаров в рамках республики, области, района, города. Планируется собирать экспертный совет каждый месяц, а выники работы размещать в открытом доступе. На данный момент ценовая ситуация в Гомельском регионе увогуле стабильная. Кропковые всплески назираются с приходом на гандлевые прилавки сезонной городнины и садовины. Сучасная тенденция у таракальной и сосудистой хирургии обмерковывали у Гомеля на базе медицинского университета прошел науково-практичный международный семинар. У лику докладчиков практикующие хирурги из Германии и Швейцарии.
Семінар набыў новы фармат. Раней ён уяўляў спарадычныя канферэнцыі, лекцыі, сустрэчы з замежнымі калегамі. Зараз гэта адукацыйны сімпозіум, слухачамі якога сталі таракальныя хірургі Гомеля, практыкуючыя ўрачы рознай спецыялізацыі і студэнты. Замежныя дакладчыкі распавядалі аб мініінвазіўнай хірургіі міжсцення, зніжэнні рызыкаў пры правядзенні такіх аперацый, аб хірургіі аорты і шчытападобнай залозы. Это достаточно узкие специальные области хирургии, которые, наверное, недостаточно представлены в базовом медицинском образовании. Поэтому многие вещи, которые очевидны для нас, как узких специалистов, они отнюдь не очевидны для общих хирургов, терапевтов, хотя это весьма важно для функционирования всей системы в целом. Назовем это общеобразовательным мероприятием, и интересно обсудить разные подходы к одним и тем же проблемам. Своим опытом с замежными коллегами поделились и гомельские хирурги. После доклада все темы обмерковывались в формате «Пытание-отказ». Социальный проект Гомельской епархии «Одинство дорога и веры» стал пераможцей международного грантового конкурса «Православная инициатива». Об сутности этой инициативы створальники рассказали подчас пресс-конференции. Мета проекта – популяризация и умацавання православных каштовностей праз активный лад життя. На первом этапе он будет накерован на людей с обмежованными махчимостями. За кошт гранта набудут велосипеды. Их переобсталюют при допомозе технічнага партнера одного из аутоцентра Гомеля. У рамках проекта будут проходить велопрогулки, велоквесты и здійсняться велопаломництвы. Тут допоможе еще один партнер – велоклуб «Карбон». До речи, инициатива возникла не на пустым месте. Гомельская епархия уже несколько годов ладит разные веломероприемства. При участии велоклубов будут организовываться различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, потому что здесь нужна будет и помощь, это и поездки по святыням родного края. Но кроме всего этого, еще в проект будет входить и организация таких, как православные квесты, путешествующие, паломнические квесты. Велосипеды будут находиться при храмах некоторые, можно будет ездить по городу, по установленному маршруту, посещать храмы, посещать наши исторические места. Первое мероприемство проекта «Одинство дорога и веры» планируют провести 31 мая у Карме у День памяти святого Иоанна Кармянского. Сегодня в Украине стартовала акция «Увага, дети». Термин яе проведения с 25 мая по 5 червеня. У гэты час водители обязаны ездить с уключенным близким светлом фар у любой час суток. При невыконании умовы погрожая отказность у выгляде попереджения ти штрафа до 2 базовых величинь. Примеркована акция до закончения навучального года и проводится с метой попереджения аварии с уделом детей. В летний период увеличится количество дорожно-транспортных происшествий с участием совершеннолетних. И цель данной акции – привлечь внимание как родителей, так и водителей к данной проблеме. То есть сотрудники как ГАИ, так и других служб милиции будут посещать трудовые коллективы, где проведут с родителями профилактические беседы, напомнят о соблюдении правил дорожного движения, о правилах перевозки детей, а также напомнят, что своим личным примером нужно показывать детям соблюдение правил дорожного движения. Также профилактическая работа масштабно будет проведена самими несовершеннолетними. Это будут различные акции, беседы, кинолектории. Да и так само нагадывая, что перевозить детей необходимо у специальных утримливающих креслах. За порушение погрожает штраф. Однако тут у первую чергу необходимо думать про безопасность. Напередодні летніх канікулаў школьнікі абласнога цэнтра адправіліся ў падарожжа па краіне электрабяспекі. Квэст-гульню распрацавалі супрацоўнікі прадпрыемства «Гомельэнерга». Такі спосаб прафілактыкі электратраўматызму незвычайны. Гульня, безумоўна, запомніцца яе ўдзельнікам. Хутчэй за ўсё, сваімі ўражаннямі і новымі ведамі яны падзеляцца з бацькамі і сябрамі. А гэта найлепшы эфект. У рамках квэста школьнікам неабходна адказваць на пытанні, знаходзіць выхад з надзвычайных сітуацый, выбіраць правильные шляхи развития падзі. Узгадываются основные правила электробяспеки дома и на улице, поводины при навальнице и оказании первой допомоги. Гульня различена на навученцев 5-7 классов. Для старшеклассников организуется особная профориентационная пляцовка. Гомельские электрические сети представляет оперативно-выездная бригада с персоналом электромонтеров, который старшеклассникам расскажет о профессии энергетика, о работе электромонтера. С початком каникулам квест «Гульня» будет запрошать у подорожа по краине электробеспеки детей, которые отпочивают в лагерях, загородных и пришкольных.
Лёгкая атлетика – тема чергового выпуска проекта «Больш, чем спорт». Он выйдет у эфир 26 мая. Герои программы – спринтеры Алина Лучшева и Денис Кононов. Они расскажут про свои самые важные и запоминальные выступления. А так само, как справляются со стрессом, подтримливают форму и об чем думают, пересекающие финишную рысу. Глядите выпуск 26 мая в 20:30 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У Гомеля завершился финальный этап республиканских спаборництв по гандболе «Имкливый мяч». Позмагаться за звание наймацнейших на протягу нескольких дён выходили 16 команд – представники усіх областей краины и города Минска. У лику удельников свыше 220 юных гандболистов. За узнагороды спрачаліся юнаки и девчаты 2006-2007 годов нараджения. Перше, чем трапить у финал, яны переодолели районные, городские и областные этапы. Перемогу разыграли на паркете палаца гульнявых видов спорту. По выниках лепшими сярод дзяўчат стали представницы Гомельской области. Перамогу сярод юнаков атрымала команда з Минска. Играть было очень трудно. Но благодаря нашим тренерам за поддержку. Спасибо им большое. Ощущения были очень классные. Конечно, мы довольны. Первое место. Спасибо большое стремительному мячу. Соперники безумно все достойны победы. Было трудно, но мы смогли вырваться вперед и пройти на первое место. Это, конечно, шанс, что тебя увидят какие-то тренера, какие-то люди, и, возможно, ты куда-то прорвешься. Традиционно владельники золота, сребра и бронзы были отзначены специальными призами президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами отповедных ступеней. Узнагороду достойны и лепшие гульцы по амплуа и призеры спаборництва. Гэта и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Выпуск завершен. Я с вами развітваюся. Дякую за увагу. До встречи в эфире.